Всем привет! У нас такая солнечная погода. Всем хорошего настроения. А я готовлю себе кушать. Небольшой перекус. Вот жарю колбасу сейчас с яичками. Залью, когда поджарится. Вот колбаска готовится у меня. Открыла вот лечо. Такое. Очень вкусная, на юге делали. Баклажаны, перец, лук. Перец разный, красный, зеленый. Такая вот вкуснятина. Вот колбаса поджаривается. Переворачиваем. Сейчас буду заливать яйцами. Готовлю такую яичницу и рагу будет у меня. Вот, ребят, приготовила яичницу. Это рагу домашнее. Тут перец, кабачки, морковка. Вот яичница с колбаской. Всем приятного аппетита, кто кушает. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк.